Я Луганова Ксенія, студентка 241 групи Береславського педагогічного коледжу. Проводжу заняття з розвитку мови на тему «Весна йде». Дітки, к нам в гості сьогодні прийшло ясне сонечко. Посмотрите, як вона вам улыбається. І принесло з собою корзиночку. Отвісни сюрпризами. Но поки ми не будемо смотреть нашу корзиночку волшебну, спочатку ми відгадаємо загадочку, яку принесла нам весна. Дует теплый южный ветер, солнышко все ярче светит, снег худеет, танет, мокнет, грач горластый прилетает. Что за месяц, кто узнает? Давай, Кирюша. Март. Правильно, Кирюша, это март. Солнышко радуется, правильно ответили. А теперь мы можем посмотреть нашу волшебную корзиночку. Что же в нашей корзиночке лежит? Это же листочки весенние с бабочками. Сейчас я каждому из вас раздам бабочки с листочками. Держи, Тёмочка. Держи, Саша. Держи, Кирюшенька. София. И Димочка, держи. И у меня есть листочек с бабочкой волшебной. Сейчас мы немножко поиграем. Возьмем в правую ручку все листочек. Правую ручку все. Сашенька, возьми правую ручку. Молодцы. Не забываем, что мы вдыхаем через носик, а выдыхаем через ротик. Хорошо? Подносим ближе к губкам и дуем, чтобы улетела наша бабочка. У меня полетела. Давай, Тёмочка. Если у вас улетела, поднимаем еще раз, сложим нашу бабочку. Улетела? Покажи, Сашенька, еще раз. И моя улетела. Молодец. Все, молодцы, детки, закончили. Да, давай, Сашенька, мне. Давай, Кирюш. Улетела, да? И в Димочке улетела. А теперь, детки, давайте поиграем с нашими губками. Давайте. Свои губы прямо к ушкам растяну я, как лягушка. Все показали мне свою улыбочку? Показали, молодцы, как мы красиво улыбаемся, показали все. Молодцы. А теперь слоненок я, видишь, хобот у меня. Все показали мне хобот слоненочка. Молодцы, какие показали. А теперь я дудочка, дудочка, погудочка. Показали дудочку? Молодцы, детки. Мне понравилось играть. Повторим-ка все опять. Давайте еще раз повторим. Свои губы прямо к ушкам растяну я, как лягушка. Показали все улыбочку. Мы умеем улыбаться, Сашенька. Улыбаемся. А теперь слоненок я. Видишь, хобот у меня. Вот такие у нас хоботы красивые. А теперь я дудочка, дудочка, погудочка. Молодцы, какие дудочки у нас красивые. Молодцы. Смотрите, солнышко мне подсказало, что оно хочет, чтобы мы спели ему песенку. А давайте споем ему нашу любимую песенку. За окном летит листва, повторяем вместе. Мы присели на траву и запели тихо. Нам на солнышке светло, повторяем вместе. Прилетели соловьи и запели тихо. Ах, какие молодцы! Поем вместе хором. Какие молодцы, детки! Посмотрите, как солнышко радуется, как ему понравилось, как вы ему спели. А теперь, детки, давайте разомнемся.
побудем с вами маленькими птичками-грачами. Давайте. Вот на ветке сидят грачи. Не кричи. Черные сидят грачи. Разместились в гнездышко. Распушили перышки. Греются на солнышке. Головой вертят, вот так вот вертят у нас, полететь хотят. Кыш-кыш-кыш, улетели, улетели наши грачи, улетели, улетели, прилетели и обратно в гнезда сели. Размяли, детки? Да. А теперь давайте поиграем с вами в игру «Запомни слова». Сейчас я буду бросать вам мячик и говорить при этом слова. Вы должны бросить мне мячик обратно и сказать мне те же слова. Всем понятно? Да? Давай, Тёма. Сок, ток, лок. Сок, ток, лок. Сашенька. Рак, мак, так. Мак, так, рак, так. Молодец. Давай, Кирюша. Лук, рук, тук. Лук, рук, тук, тук. Молодец, умничка. Давай, София. Тим, бим, рим. Тим, бим, рим. Молодец, Димочка. Давай. Ток, лок, сок. Ток, лок, сок. Молодцы. Сейчас мы с вами поиграем в такую игру. Но сначала вы мне скажете, какие вы знаете весенние цветы. Кто знает весенние цветы? Давай, Димочка. Тюльпан. Правильно, тюльпан, давай. Нарцисс. Правильно. Кирюша, какой ты знаешь? Скажи мне, какие ты знаешь цветочки? А под снегом? Да, правильно, подснежник. Сашенька, а ты какой знаешь? Тюльпан. Тюльпанчик, да, Тёмочка, ещё как. Давай. Одуванчик. Ну, почти одуванчик, да, Тёмочка. Сейчас я вам покажу цветочки, а вы мне скажете, что это я вам показываю за цветы такие, хорошо? Что это тюльпан за цветочки? Тюльпан. Молодцы. Это что у нас за цветочек? Молодцы. Молодцы какие. А это? Пациент. Умнички. А сейчас посмотрите, какой красивый у нас есть веночек, который передала нам весна. Нам осталось только плести цветочки. Сейчас каждый подойдет. Тёмочка, встань, пожалуйста. Сейчас каждый подойдет ко мне, возьмет цветочек и должен сказать мне, что это за цветочек, и вплести в наш венок. Вот так, как это делаю я. Нарцисс. И ложу. Давай, Тёмочка, первая, подходи. Бери цветочек. Подснежник. Покажи, покажи мне. Ну, подснежник, да, правильно, ложи. Давай, Сашенька, дальше. Молодцы. Умничка. Плетаем наш веночек красивый такой. Давай, Кирюшенька, подходи ко мне. Давай, давай, бери. Тюльпан. Тюльпан, молодец, плетай. Давай, давай, подходи ко мне. Бери. Тихочешь. Тюльпан. Бери. Тюльпан, молодец, плетай. Давай, Димочка, у нас еще один цветочек есть, давай. Плетем его в наш веночек. Вот лежит, вот, бери. Подснежник. Подснежник, молодцы. Посмотрите, какой красивый у нас получился веночек. Там еще осталось одно место. Где? Так вот. Нет, это они так у нас плетены. Вот, я просто поправлю, и у нас нету свободных мест. Красиво теперь? Угу. Да. Нашей весне очень понравится, я передам его потом. Детки, а скажите мне, пожалуйста, что мы делали сегодня на нашем занятии? Что мы делали? Мы ничего не делали. Мы давай поднимаем ручку, а потом веночек говорим, да, София? Давай. Мы делаем веночек. Правильно. Еще что? Давай, Кирюш. Играли с губками. Играли с губками, правильно, Тёмочка. Играли с бабочками и с листьями.
Два умничка. Сашенька, что мы сегодня еще делали? Сдували бабочек. Сдували, а еще, Димочка. А солнышку, что мы сегодня делали? Мы пели песенку солнышку сегодня, да, Дима? Да. Пели песенку. Да. Детки, наше занятие на этом окончено. Солнышко с вами прощается. До свидания, дети.